Всем большой-большой привет! Если вы открыли это видео, значит, вам интересны мои покупки, мой улов из Светофора. Светофор – это магазин-дискаунтер, здесь самые низкие цены. Ну а качество мы сами с вами проверяем, все тестируем, обсуждаем в комментариях. Пишите ваше мнение, и, естественно, мое мнение может не совпадать с мнением вашим, а ваше с моим. Но вместе с вами мы придем к истине. В этот раз я ездила в новый Светофор, который открылся в Москве, рядом со станцией метро Черкизовская. Это улица Вернисажная. Полный адрес, точный, как проехать, вы найдете внизу, как всегда, под видео в описании. Чек у меня получился на 2865 рублей. И посмотрим на мой улов, что мне удалось найти именно полезного, качественного, я надеюсь. И я углядела, естественно, сковородку литую. 26 сантиметров в диаметре, подходит для всех варочных поверхностей. Она сделана в России, вот диаметр у нее 26 сантиметров. И стоит такая сковорода 679 рублей. Кроме этой Ирены была еще другая сковородка. Покрытие у этой сковороды гранит. Изготовлена она в Новгородской области, ООО «Норд». Металл толстый, вот алюминий. Дно тоже толстое, будем с вами ее испытывать обязательно. И к моему удивлению, в этот раз супер крышки. И притом они для трех размеров, конечно же, я взяла. И взяла сначала одну, потом и вторую. Крышки стекло и силикон, притом 4 цвета есть в наличии, 192 рубля, Китай. Смотрите, какая красота. Значит, есть черный силикон, и есть красный, и есть салатовый. Значит, для 26-сантиметрового диаметра она будет вот на пределе, но крепко держится. Силикон без запаха. Сковородки 26-сантиметровые, литые, Ирена называется. Есть еще другие сковородки, вот такие. Кудесница, это, по-моему, Украина. Тоже литая сковородка, 26-сантиметровая, 699 рублей. И 679. Эти крышки подходят на три диаметра: 22, 24, 26 сантиметров. Чем они хороши? Это то, что здесь, я надеюсь, закаленное стекло, не пластик, а силикон. Вот по краю для трех размеров. То есть не нужно сразу иметь много крышек, мыть их, а вот одна крышка сразу на три пойдет и на сковородку, и на одну, и на вторую, допустим, и на большую кастрюлю. Есть отверстие для выхода пара. И ручку нужно прикреплять самим. Есть пластиковая прокладка. Можно просто вот этой ручкой закручивать, и все прикрутится. Но снизу держите пальцем или ножом, если у вас нет отвертки. Держите крепко, и вот оно все, даже не нужны никакие инструменты. Все прекрасно собирается, вот держится крепко. И самое главное, что эта крышка подходит и для сковородки Ирена. Вот. Из крупногабаритов еще вот такая полочка. Ее использовать можно где угодно, повесить хоть на кухне, хоть в ванной комнате. Полка настенная, трехъярусная, можно и в кладовке где-то ее повесить. Размеры 35 на 12,5 и 47 сантиметров в высоту. Она трехъярусная, смотрите, какие прямоугольные полочки, вместительные. Она высокая, здесь есть два ушка, чтобы повесить. И, конечно же, крепеж в комплекте. И дюбели, и саморезы, вот они здесь, два саморезика и два дюбеля. Все прилагается. Это Россия, и материал металл с полимерным покрытием, цвет хром. Чтобы не проржавели такие полочки, нужно их вешать подальше от воды, допустим, не рядом с душем, а в противоположной стороне. 224 рубля 90 копеек. Там были еще угловые разного размера и разной конфигурации. В общем, если вам такие нужны, их много, именно на Черкизовской. В Дзержинском я таких полочек не нашла. Там другие, там полочки для посуды. Следующий крупногабарит, он, конечно же, не умещается в кадр. Это высокий табурет. Вот я его вам покажу вблизи. Видите, какая плетенка. Сделан качественно. Пластик мне понравился. Вот они, ребра жесткости. Единственное, что вот здесь небольшие заусенцы. Можно немножко ошкурить, чтобы не ободрать пальцы дома. Но пластик не хрупкий.
ничем не пахнет. Изготовитель Полимер Быт. 147 рублей 90 копеек. Он не трещит, так как фикспрайсовский. И фикспрайсовский стоил, по-моему, даже дороже. Табурет и ниже, и пластик был хрупкий. Это же совсем другое дело. Именно из такого пластика он изготовлен, из которого изготавливается уличная мебель. В светофоре на Черкизовской эти табуреты двух цветов, телесного и белого цвета. А в светофоре в Дзержинском, Московская область, там есть еще салатовый, сиреневый, но белого, по-моему, нет. Вот слева табурет фикспрайсовский, совсем другой пластик, другая цена и другой размер. Справа табурет из светофора, в два раза выше, прочнее, пластик толще, российский производитель, и он намного крепче и надежнее. Переходим к продуктам питания. В этот раз то, что я повторяю, это Эрмигурт от Эрман. Питьевой йогурт. Каждый раз беру по 6 штук, а то и по 12 упаковками. 35,90. Моя находка в этот раз, это тоже от этой же фирмы Эрман. Грант. Это пудинг, молочный десерт с белым шоколадом и насыпкой из сушеной клубники. По 45,50. Здесь целое богатство, которое можно отдельно съесть или высыпать в пудинг. И сам пудинг по вкусу, как начинка для торта «Чародейка». Вот это, по-моему, самое вкусное в «Чародейке». Это крем заварной, и вот этот пудинг очень его напоминает. Фруктовое пюре «Мамина неженка». За 44,90 пюре из свежих яблок с сахаром. Понравилось. Вот мы открыли, уже сколько-то съели. Можно его есть и так, можно добавлять к творогу, куда угодно. Или выпечку. 460 грамм. И мне понравился состав. Во-первых, сделано по ГОСТу. Пюре яблочное, яблоки протертые, сахар. И регулятор кислотности, кислота лимонная. Все, больше ничего здесь нет. Очень вкусно. Это маринованные томаты черри. Стоят они 51,90. Изготовлены в сентябре 2019 года. Производство город Ленинск. И изготовлено по ГОСТу. Томаты свежие черри, вода питьевая, сахар, песок, соль поваренная, регулятор кислотности, кислота уксусная, укроп, семена или зелень и другие специи и пряности. Смотрите, тут сколько чеснока, лавровый лист, зонтики укропа. В общем, очень похожи даже на домашние эти помидорчики. Я взяла две банки и не пожалела. Вот она, открытая баночка. От этого же товарищества кулаков горошек. Называется зеленый горошек, салатный. Без консервантов, масса 420 грамм, здесь и знак качества, но не написано, что это горошек мозговых сортов. Написано, что горошек зеленый, вода питьевая, сахар, песок, соль поваренная, пищевая. В городе Острогожск, Воронежская область. И посмотрим дату производства, это март. Значит, получается, что это горох был сухой, восстановленный. Воды довольно-таки много. Посмотрите, горошек там где-то в серединке остался. Запахло очень приятно зеленым горошком. И смотрите, какой аккуратненький, ровненький весь, зелененький. Очень даже приличный. Посмотрите, горошинка к горошинке. И одинакового цвета, и практически одинакового размера. Вот такой. Сейчас попробуем на вкус. В салат однозначно не пойдет, хоть он и красиво выглядит, но попадаются жесткие. А вот для горохового супчика самое то, что нужно. И поварить можно его немножко до разваристости. И для тех, кто не любит суп-пюре, вот этот горошек подойдет. Томатная паста краснодарская. Видео с тестированием этой пасты у меня уже вышло на канале. Эта паста называется «Южное изобилие», краснодарская. Но к Краснодару она не имеет никакого отношения, потому что изготовлена в городе Ростов-на-Дону. И только скажу, что она 22%. А настоящая паста должна быть от 25%. Это масса, доля сухого вещества в продукте. А точное тестирование и рецепт лазаньи из этой томатной пасты вы посмотрите по видео. Ссылку я оставлю внизу. 32 рубля за такую баночку. Здесь пол-литра.
Вот одну банку уже использовала на лазанью, вторая осталась. Для лазаньи пойдет, но эту пасту я бы не назвала томатной пастой именно в понимании, в традиционном понимании, что такое томатная паста. Это все-таки больше соус. Приятно удивил в этот раз светофор, потому что я взяла ессентукский бювет номер 4, стоит 19 рублей за такую большущую бутыль. И по вкусу мне показалось, что в принципе один в один. Вот, вода газированная, минеральная. Вкус действительно минеральной воды, очень даже похоже на ессентуки. Макаронные изделия от Вавилон, 33 рубля 30 копеек, 800 грамм в упаковке. И написано: ракушки рифленые, группа А, ГОСТ указан. Изготовлено в Чебоксарской макаронно-кондитерской фабрике Вавилон, Чувашская республика, город Чебоксары. И белков здесь 10,8 грамма на 100 грамм. Это считается немного для макаронных изделий, но сами ракушки вкусные. Я из них делала запеканку. Изготовлено из муки из твердых сортов пшеницы, дурум и воды. Приправа для шашлыка 200 грамм в этом пакетике, стоит 22,90. Соль входит поваренная, пищевая, и кориандр, лук, перец красный, паприка, горчичный порошок, чеснок, корень пастернака. Изготавливает город Энгельс. Набрала приправ от трапезы. Значит, мясо по-французски, гуляш по-домашнему, сочная свинина с чесноком и пряностями, ароматный плов с курицей и сочная курица с чесноком и травами. Вот этот пакетик у меня уже вскрыт. Применяла для курицы, все нам понравилось. Состав без усилителей вкуса, без глютамата натрия, 28 грамм, 20 рублей 50 копеек. И универсальная смесь пряностей для запекания мяса. Чем хорош вот этот пакет, а то, что здесь есть пакет для запекания внутри, вот в верхней части. Стоит он 19 рублей 50 копеек. Мини-пряники с фруктовой начинкой. 35 рублей 20 копеек. Полкило. Вот они такие маленькие, квадратные. Но нам они не очень понравились. Вот мы даже не доели. Вначале накинулись. Пряники сырцовые, фруктовые. А потом что-то нам быстро они надоели. Потому что больно уж химический вкус. Сама начинка уж больно химическая. Посмотрите, какой цвет. Яркий, ядреный. И вкус такой же. И за 145 рублей 90 копеек вот такая коробочка печенье-хрумченье с воздушным льном. Вот это вот именно подкупило меня, что здесь воздушный лен. Владимирская область. Состав: мука пшеничная, коктейль воздушный, шарики, мука рисовая, лен, сахар, соль. Вот это я прочитала и думаю, возьму-ка я эту коробочку попробую. Лен все-таки, это же семена льна очень полезные. Масло растительное, сахарный песок, сироп инвертный. Ну, в общем, не так все страшно, но и не так вкусно. Поначалу, посмотрите, какое печенье, во-первых, вот оно на вид, как будто все в пупырышках, вот, похоже, как будто бы это семена льна, такие темненькие. Но нет, это вот как раз эти шарики, сделанные из рисовой муки. Поначалу неплохо, вкусно, что-то такое прям вот хрустящее, маслянистое. А затем одну-две штучки съели и все, наелись, и больше не тянет, даже уже к этим печеньям не хочется. А вот что хочется, это Nestle шоколадки, по 3 штучки в наборе. Один набор кокос и вафля 3 штучки, и карамель и арахис 3 штучки, вкусные, вот с такими начинками. Они по 119 рублей каждый набор. И забыла вам показать, вот мыло Дуру, классическое, упаковка 43,90. И последняя покупка, крупногабарит на колесиках. Притом здесь не два колесика, как было у фикспрайсовских контейнеров, а 4. То есть полноценные колесики у контейнера. Причем их можно снять, вот вниз отстегнуть. Ручка есть с одной стороны, вот она. А с другой стороны вот такая ручка с захватом. Белоснежные контейнеры, вот они перфорированы с двух сторон. Сверху бортики. Они высокие, узкие, вместительные. Эта наклейка очень легко отклеивается, не оставляя следов. Стоит такой контейнер 98 рублей. Я удивилась, схватила сразу два. 445 на 176 и 266 миллиметров. Контейнер хозяйственный, размер L. У меня поместилось два контейнера как раз под клетку с попугаем, под его подставку. И я выкатываю просто эти контейнеры,
по необходимости достаю, что мне там нужно, и обратно закатываю. Красота, удобно, у меня там и консервы, и баночки, и пакеты с молоком. И для сравнения, посмотрите, насколько меньше контейнеры продавались в фикс-прайсе, но стоили 99 рублей. Производитель этот же, разница и по ширине, и по высоте, и по глубине. Видите, насколько? В общем, в светофоре такая продукция дешевле. Вот как много всего получилось в этот раз. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен, а также интересен. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Конечно же, вместе с вами протестируем в ближайшем видео эту сковородку Ирена, российского производителя, а также разберемся с крышками, удобны или нет, трехразмерные с силиконовым ободком. С вами была Марина, канал Тип Топ ТВ. Желаю вам здоровья и только полезных покупок.